Здравствуйте. Недавно к нам приезжала съемочная группа ЗапТВ, после которого вышел ролик о нашем конном клубе. И некоторые факты не были показаны в этом ролике, а некоторые факты искажены, либо вырваны из контекста. Для начала наша кормовая. То есть это здесь у нас находится зерно, это те добавки, которые мы даем помимо сена и травы лошадям. Вот у нас это кукуруза. Вот 4 мешка. Это дробленая уже кукуруза. Именно в таком виде мы даем ее лошадям. Вот это запариваем ячмень для лошадей. И вот у той стенки, и вот здесь у нас стоит, собственно говоря, овес. Вот. Съемочная группа подсняла это, но по каким-то причинам не показала в своем ролике. Вот. Сейчас перейдем в сенную. Один. Также в ролике был снят сенник, который не имеет отношения к нашему конному клубу. Это сенник монастыря. Оттуда сено носится коровам. Но поскольку сейчас коровы на выпасе, поэтому сена там не особо нету. У нас есть договор дарения. Мы помогали в 2019 году на сенокосе одному фермеру. И он нам поставляет сено. Когда сено то заканчивается, большие рулоны, мы обязательно закупаем сено в маленьких рулонах, ну, либо в таких же больших, но у других поставщиков. То есть у нас есть какая-то база основная, и после этого, если не хватает, мы обязательно докупаем сено. Как часто вы покупаете сено? Ну, сейчас вот, сейчас мы перешли на маленькие тюки, вот буквально сегодняшнего дня, а до этого брали 2 тюка в день, то есть на всех лошадей. То есть это суточное, на суточное, вот на 2 левады, каждая по тюку в леваде стоит около, ну, порядка 10 лошадей. Все понятно. К вопросу о том, что не оказывается должное ветеринарное внимание лошадям, вот наша аптечка. Вот, здесь есть все препараты, то есть болеутоляющие, паразитные и так далее. То есть все для первичной помощи животным у нас имеется, витамины также и так далее. То есть помимо этого, как я уже говорил, за нами смотрит наш ветеринар, который и ведет консультацию по поводу того, как эти препараты используют. Меня зовут Артем Александрович, я заведующий ветеринарным пунктом поселке городского типа Атамановка. С хозяйством Елисеева Александра я знаком близко. Весь скот прочипирован, обработан, весенние и осенние обработки проведены, взятие крови на соответствующие заболевания. Согласно планам проведенные, я бываю в данном хозяйстве раз в месяц. Если даже у меня не получается, либо это в позднее время происходит, я консультирую либо по мессенджерам, либо по телефону. По лечению, либо договариваемся о встрече. И по кормлению могу сказать, что, допустим, взрослой лошади нужно, если даже голое питание, то 40 килограмм сена в день. На 20 голов 2 тюка сена, как было в репортаже, это за глаза, потому что там не все взрослые, во-первых. Во-вторых, подкормка. Так как я бываю, там неоднократно я вижу, это овощи, морковь, свекла, капуста. Достаточно нормального качества. Без плесени, без признаков залежалости. Витамины ставим весной, осенью, поддерживаем.